Всем привет! И мы продолжаем обзор на мою коллекцию фишек эмоджи. И я хочу открыть рубрику на своем канале «Видео приветы». Вы, пожалуйста, в комментариях пишите, кому передать привет. Просто пишите мне, и я буду передавать привет, называя ваш ник в YouTube. Или говорите свое имя, фамилию, или какой-нибудь другой ник, может быть. И я обязательно передам привет. Всем, кто мне напишет, я передам привет в следующем видео. Пожалуйста. И давайте начинать. Первый стикер это вот такой вот крутой. Я не помню, показывала ли я его или нет. Просто у меня они есть, по-моему, или два, или три. Они у меня повторы. Он 23 номера. Вот такой вот. Стикер. Задник вот такой вот. Следующий стикер у меня уже в упаковке. Я с недавнего времени начала держать стикеры в упаковке, и когда мне попадаются новые, я их не распаковываю. И давайте я сейчас вам буду дальше показывать. И этот стикер в упаковке. Он 4 номера. Икон, вот икон. И тут вот буква I, K. И вместо О здесь смайлик и Н. Вот на английском. И он такой фиолетовый. Вот сзади. Вот такой вот интересный смайлик. Можно так сказать. Следующий. Он с вот такими вот круглыми очками. И удивлен. И он под номером 49. Вот. И тоже не помню, показывала ли его вам или нет. Если показывала, то извините. Вот. И тоже фиолетовый задник. Следующий стикер. По-моему, я вам его уже показывала. Я случайно взяла с собой, наверное, те, которые я показывала в прошлом видео. И он вот такой вот яркий. В общем, я там посмотрю прошлое видео и пойму, показывала я вам их или нет. И вот я вам еще раз показываю, если уже показывала. А если нет, то вот смотрите. Он 76 номера. Если честно, я в них уже запуталась. Он 76 номера вот такой вот. Следующий, он тоже в упаковке. А, нет, это не в упаковке. И он вот такой вот с очками 3D. Он 16 номера. И задник у него очень яркий, видите, вот. И сам он очень яркий. Здесь вот такие вот очки, синий и красный. Следующий уже в упаковке. И он улыбается закрытыми глазами, и у него нет одного зуба. Очень смешной стикер. И вот что я скажу. Я сегодня опять купила круассан, в котором попадаются такие стикеры, и он мне попался повторным. Вот такой вот. Он у меня дома, я его не взяла, потому что он повторный. Ну вот, он под номером 37. Следующий. Это вот такой с котиком. Красного цвета. Под номером 44. Вот такой вот стикер. И сзади он тоже красный. А у котика вместо глаз такие вот алмазики. И последний на сегодняшнем видео. Это вот такой вот с закрытыми глазами, глаза звездочки. Он удивлен.
Вот такой вот. И он под номером 79. Сзади он тоже желтый. Ну и на это видео последние стикеры. Ждите нового видео с этими стикерами. Оно, скорее всего, будет завтра. Это я выложу сегодня. И не забывайте мне, пожалуйста, просить приветы. И я обязательно в следующем видео вам их передам. И всем пока. И до новых видео. Я вас всех очень-очень люблю. Пока-пока.